Всем привет! Сегодня хочу немножечко поговорить о таких орхидеях, как лоэлия. Я очень люблю лоэлии. Они мне очень нравятся тем, что они, может быть, не такие большие, и тем, что у них настолько милые цветочки. Ну, в общем, не знаю, я влюбилась в эту группу, конечно, и собралась у меня небольшая коллекция. Вот именно эта орхидея. Именно эта лоэлия рубинсенс. Она произрастает в Мексике, Центральной Америке, на высоте 1700 метров. Ну, все лоэлии, большинство лоэлий произрастают в Бразилии. Я покажу как бы мою коллекцию. Именно это произрастает немножечко в другой местности. И вот такие вот у нее интересные бульбочки. Эта лоэлия у меня уже третий год. Она мне совершенно не хотела расти в горшочке. Я ее пересадила. В том году у меня выросли вот, и вот эти вот две бульбочки. Ну и в этом году она у меня вырастила эти две замечательные бульбочки. Я их называю яблочками. Они действительно похожи на яблочки. И порадовала меня первым цветением. Я очень рада. Первый цветочек почему-то у меня завял. Продержался всего один день. Я не знаю, честно говоря, почему. Может быть, была прохладная сильно ночь. И вот три цветочка открылось на этом соцветии. Еще есть один бутончик. То есть было пять. Очень красивый такой нежный цвет. Обалденный. Запах у этой лоэлии я не ощущаю. Не знаю, но она мне и так нравится своим внешним видом. И эти яблочки, это, конечно, прям наливные яблочки. Хочу сказать, что у вот этих вот псевдобульбочек, которые у меня наросли, у них отвалились листики совсем недавно. Поэтому постепенно-постепенно они, наверное, отмирают. Ну, все равно. Это, конечно, красота. Тут потрескалась. Хочу сразу сказать, что я сильно не удобряю свои орхидеи. Или удобряю очень, как бы, минимальными дозами. Потому что они очень реагируют и корни, и на блоках орхидеи. У них корневая. Вот здесь вот хочу показать открытое. Корешки совсем тоненькие. Росла она у меня совсем на маленьком блоке. Росла, вернее, я ее просто прикрутила на этот блок и дала, как бы, не знала, будет она жить или нет. И она очень ей понравилась, и она начала расти на блоке. И я ее прикрутила уже на больший блок, чтобы ей было больше места. В общем, это первая лоэлия в моей коллекции. Вторая лоэлия в моей коллекции – это лоэлия синкарана. Ну и, как я сказала, что большинство лоэлий произрастают в Бразилии. Вот именно эта лоэлия произрастает в Бразилии на высоте от 1100 до 1500 метров над уровнем моря. Эта орхидея у меня уже год. И вот, как я говорила про рубинсенс, она у меня была посажена точно так же на совсем маленький блок. И, как вы видите, конечно, это, ну, нереально просто отрывать эти корни. Они даются с очень большим трудом.
прижиться, начать расти. Бульбочки, конечно, очень маленькие. Ну вот, как бы вам показать. Маленькие, маленькие, совсем маленькие. Тут чуть-чуть побольше такое яблочко. И вот мне кажется, что... Нет, наверное, нету зачатка цветоноса. В общем, совсем они маленькие, такие корешки. Поэтому я их, конечно, удобрять эти корешки, я боюсь, сильными удобрениями. Цветение у нее должно быть, ну, как на картинке, вот такое. Ну, конечно, вживую они смотрятся намного красивее. Очень красивые у нее цветы. Цветы могут достигать от 7 до 10 сантиметров. И может быть от 1 до 4 цветов. Поэтому, конечно, это очень красивая, на мой взгляд, лоэлия. Ну и сразу скажу, что им постепенно буду рассказывать, что им, конечно, нужно яркое солнышко, очень яркое. Все лоэлии любят. И, конечно, зимний отдых. Поэтому их нужно не поливать. Они немножечко должны отдыхать. Ну, конечно, не засушивать до сушки-пересушки. Я, конечно, их обрызгивала иногда. Ну, как вы видите, все в прекрасном состоянии. Следующая представительница этой группы. Она немножечко повыше. Ну, тут, наверное, сантиметров 20 будут. Это лоэлия синабарина. Она тоже из Бразилии. Цвела у меня в июле того года. Что-то я ей не то сделала в этом году. Ну, в общем, профилонила. Растет она на высоте от 800 до 1500 метров. Я ее, честно говоря, не пересаживала. И вот буквально, наверное, вчера пересадила в этот горшочек. Когда я ее покупала, я ее оставила, потому что я покупала очень... Ну, очень, как бы считается, хорошего гровера, выращиватель орхидеи, коллекционер. И я считала, что у него должно быть все в порядке. Но, так оказалось, он у него рос в одном серамисе. Может быть, поэтому и я не так не доглядела, потому что, ну, в общем, моя ошибка. Так что, надеюсь, есть, конечно, были, вернее, зачатки цветоносов, но она не процвела. Ну, сейчас я вставлю фотографию, как она у меня цвела в том году. Очень красивые были цветы. Кому интересно, можете зайти ко мне на Инстаграм. И там есть фотографии. И все, как говорится, мои цветения прошлого года, позапрошлого. Очень удобно. Следующее это лоэлия Сангуилуба. Тоже из Бразилии. Я эту лоэлию покупала флаской. Ну и вот оставила себе два растения. Это я сразу посадила в больший горшочек. А это растение росло в очень маленьком горшочке, потому что явно оно было меньше. И я его недавно пересадила, так как, конечно, здесь побольше ростики и листья. Но в ширину оно, конечно... Молодец, прекрасные росты. Я очень рада. И цветение этой лоэлии я тоже сейчас ставлю.
Очень красивая должна быть, тоже оранжевая, но бывает и в красных тонах. Поэтому я, конечно, хотела бы, чтобы у меня была, конечно, красного цвета. Ну, как уже, как говорится, Бог даст. Я буду рада всему. Следующая в моей коллекции это Лаэлия Джунгхиана. Это красотка. Вот как вы видите, 1300-1600 метров над уровнем моря. То есть они примерно все в этом промежутке. Синабарина немножечко, как говорится, потеплее 800 от 800. Практически все в одном, как говорится, ракурсе. Эта орхидея у меня тоже с того года. Я ее посадила сразу в горшочек. И, как вы видите, растут новые ростики. Этот мох у нее был сразу в маленьком горшочке, когда я покупала. Она, конечно, красотка. Я вставила фотографии. Очень красивые цветы. Поэтому надеюсь, что однажды она у меня тоже зацветет. Следующие это две Лаэлии Лундиай. Это обыкновенная Лундиай. А это Альба. Вот, как вы видите, это вообще произрастает. 740 тысяч. Такая же тоже малышка. Совсем они маленькие. Я видела цветы вживую. Очень красивая розовая губа. Кстати, у Анечки из Японии она есть. Моя еще совсем маленькая. И это Альба. Должна цвести. Просто беленькими такими цветочками, миленькими. Я надеюсь, что однажды она мне зацветет. Тоже покупалась в том году. Точно так же в маленьких горшочках. И вот я ее посадила в такой. И ей нравится. Наверное, год назад я как раз у нас было в сентябре. У нас происходит шоу природных орхидей. И к нам приезжали эти поставщики. И вот я у них купила. Настолько у них красивые эти бульбочки. Ну вот прям яблочки. Очень красивые. Следующее это Лаэлия макробулбоза. Тоже из Бразилии, 1600 метров. Она у меня как-то стояла, не росла. И вот начинает расти такой прекрасный ростик. Я очень рада. Она таких, можно сказать, средних размеров. Если по сравнению с Лундиай. То есть они такие все. Ну, миниатюрные орхидейки. Всем им нравится. Как бы главное не заливать. Солнышко. Ну и, конечно, отдых зимний. Должны быть очень нежные желтые цветы и может цвести до 8 цветочков соцветий. Поэтому будем ждать. Еще одна представительница. Такая малышка тоже. Лаэлия лукасиана. Это вообще красавица. Я в нее влюбилась, когда увидела. Начала тоже она у меня расти. Понравилась ей. Посажена в такой маленький глиняный горшочек. Ну и там мелкая кора, перлит и уголь. И сверху я положила мох для влажности.
Очень красивенькие малышки. Очень удивительные цветы, поэтому я надеюсь увидеть когда-то, конечно, цветение. Но они маленькие. Вот, чтобы вы понимали, они очень маленькие. Ну и это еще одна лоэлия, которую я покупала, как и синабарину, у как бы хорошего такого, можно сказать, выращивателя орхидей. И эту орхидею я тоже не пересаживала, каюсь. Нужно было пересадить. Ну, обязательно, я не знаю уже, сейчас пересаживать ее или нет. Как-то я... Она у меня висела наверху, и я, наверное, ее как-то не доглядела. Растет у меня два цветоноса. Она у меня цвела тоже и в том году. Поэтому... Не знаю, честно говоря, что там внутри. Есть растущие кончики. Но, судя по синабарине, там, наверное, просто перлит. И это лоэлия мантикуэра. Точно так же из Бразилии. Поэтому я ее сейчас уже, конечно, трогать не буду. Но после того, как она отцветет, тут довольно-таки жирненький такой, с чехлом лезет. Бульбочка растет. Ну и всего два цветоноса. Поэтому посмотрим, что расцветет. И я вставила цветение мое прошлогоднее, чтобы уже было понятно примерно, как цветут лоэлии. Тоже очень красивый нежный цвет. Но она, как вы видите, конечно, можно сказать, большая, гигант. Вот такая вот моя коллекция лоэлий. Конечно, еще можно к ней как бы сказать, что лоэлия анцепс. Вот я ее тоже здесь принесла. Это лоэлия анцепс. Она у меня сейчас спит в данный момент. Она у меня цвела в этом году в июне. Есть, наверное, за июнь цветение. И пока что она спит. Есть растущие корни, конечно. Но ничего она не выпускает. Она у меня на заслуженном отдыхе. Ну вот, если для сравнения, ну вот, кстати, я бы не сказала, что она настолько велика. Поэтому, конечно, вот такие вот. Можно еще, конечно, сказать и лоэлия пурпурата, но лоэлии пурпураты у меня есть, но их уже переименовали в котлеи, поэтому это уже не будет актуально как бы для моего видео. Поэтому вот на такой прекрасной ноте, на таком красивом кадре хочу всем пожелать пышного цветения, прекрасного настроения, и пусть ваши орхидейки радуют вас. Пока-пока!